Шашлык из бараньей ножки. Мякоть сняли с кости и теперь разрежем на порционные кусочки. Немного помассируем и помнем мясо. Мясо отправим в холодильник, и пока оно маринуется, мы можем поехать на море. Сейчас покажу еще один вариант маринования грибов для шашлыка. Полученной смесью заливаем. Хорошо размешаем и отправим в холодильник на полчаса-час, пока разожжем костер. Запускаем нашу шарманку. Пока жарится мясо, мы подготовим лук, зелень и помидоры. И заливаем все оливковым маслом. Аромат просто нереальный. Приятного аппетита нам. Теперь тест на прожарку и сочность. Мне кажется, сочный шашлык должен выглядеть именно так.